В Екатеринбурге, на самой-самой его западной окраине, а именно на Новомосковском тракте, возле заколоченного поста ГАИ, девушка налетела на девушку и исполнила трюк, известный как «Уши». Вместе с дамочкой в трюке поучаствовала и ее «Лада Приора». Декорация такая. С объездной на Новомосковский тракт выкатывалась «Део Нексия», в которой находилась пожилая супружеская чета, которой нужно было в Екатеринбург. Потому дед Николай, ну, чтобы, значит, повернуть, посмотрел налево. Жена ему сказала: «Коля, ты опять?» Он: «Нет, любимая, больше никогда не буду налево не то что ходить, но и смотреть. Только ты, все только для тебя». И стал поворачивать налево, чтобы направиться в большой стольный город. А в это время из Екатеринбурга в сторону Первоуральска выезжала барышня на «Ладе Приоре». И глубоко теоретически дед Николай должен был увидеть, как на него слева, то есть прямо в его дверь, читая ровнёхонько в него, несется Приора. Но он не заметил угрозы слева. Мы, конечно, его диалог с женой нафантазировали, но не исключено, что нечто такое или похожее все-таки произошло. Ибо дед Николай налево посмотрел, но опасности не увидел. Впрочем, долой от себятину, слушаем первоисточник. Девушка по прямой шла, я оттуда выезжал, смотрю, никого нету, пусто. Так. Ну, у нее скорость, наверное, большая была. Я поворачивал на разворот. О, как обычно. И вот мы влетели, и там даже не помню. Как видно, Приора волею небес влетела в неповоротливую Нексию не в водительскую дверь, а в переднее левое колесо, что, безусловно, сказалось на выживаемости двух пожилых организмов в девушке. Если бы дед Николай проехал вперед еще хотя бы метр, был бы этот репортаж о смертоносном замесе, ибо при прямом попадании в водительскую дверь пилота не спасают ни ремень, ни наволочка безопасности. Но в этот раз пожилым супругам повезло. Не исключено, что женщина в Приоре предприняла экстренные меры для спасения оппонентов. Резко взяла влево и тормознула с песочком. Если так, то да, деда Николая она спасла, но какой ценой? Приору завертела, и она встала на крышу. Совершенно очевидно, что пилотка «Лады» была встегнута в кресло, зависла вверх ногами и не сломала себе ни шею, ни какой другой жизненно важный орган. В общем, все от госпитализации отказались. Happy Endorphin, что переводится как «счастливый конец» или «финал». Вы там вдвоем были, нет, с кем-то? Да. С женой кто? Да. Пострадала, нет? Нет. Калине? Ой, в Приоре. Девушка тоже нет, вот она сидит. Тоже девушка здесь, да? Вот. Не пострадала она, да? Нет.